Всем привет, дорогие друзья, с вами мы, НТЛАЙ. С вами я, Дима. Лёха. И Олег, всем привет. Сегодня мы... Просто у нас будет влог. Да, у нас будет влог. Мы гуляем. Вот. Просто идем по улице. Да. Привет. Привет. Вот только что засняли видео по даблконгу. Да. И сейчас гуляем. У нас какая-то бабка хотела сфоткать. А, да, нас какая-то бабка хотела с садика сфоткать, в школу отправить. Потом какой-то мужик начал на нас орать. Хотели начать, а получилось еще. Жизнь начинающих прокуристов. Все малолетние прокуристы через такое проходят. Да. Особенно мы. Нет. Тут, кстати, маленький ветерок. Да, ребята, и ничего обрезать мы не будем. Вы все будете видеть сразу в первом дубле. Да, вот. Да. Сейчас бы этого бы не было, мы бы это обрезали и вставили нормальный. Ага. Вот это наше любимое место. Просто садик Светлячок. Да. Ну мы просто будем иногда ставить на паузу, чтобы сильно вам не наскучило. Мы же не будем делать. Мы же не будем делать двухчасовой влог. Ну да. Они там тренятся, а я тут хожу. Снимаешь? Да. Я Олега, ребята, чуть не убил. А ты на паузу нажал или выключил? Выключил. А зачем выключать? Так мы, чтобы... я бы сразу просто выложил бы. Ма, гениально. Я тогда это склею. Да. Ну или Леха склеит. Что ж, вот павильоны мы тут часто треним. Да, очень часто. На, снимай. Вот так вот, вот так вот, да, да, да. Только нормально, чтобы надо. Неудобно. Holy shit! Ребят, неудобно. Тренили. Да. Можно пойти дальше искать что-то. Да, пошлите дальше. Ребята, мы идем на другие споты. Или просто вперед. Да, просто, может, их поищем. Потому что, думаю, старые всем надоели. Можно пойти опять в садик. Потому что в садиках самые лучшие споты. Можно залезть в садик. Вот этот вот, тут садик будет. А, ну с да. Забором, который. В принципе, логично. Там попрыгать. Ну, помнишь, там на гараж залазишь из гаража. Через забор, короче. А, да. Вот тут можно полазить. Да, но тут, думаю, нет никакого смысла, поэтому идем сюда. Дима паркурист. Тут какие-то дяди замуровали. Тут. И теперь приходится спускаться вот так туда или идем? Залазить. Да? А я думаю, так вот так. Сейчас тут перелезем и в садик залезем. Так, прыжок. Олежка, оп! Тут веточек упали. Я скрыкнуть хочу. У Олега уже бомбит. Ой, ребят, сейчас будет маленькая рабка Димы. Маленькая рабочка Димы. Димона поскользнулся. Сейчас бы была перезапись, но ее не будет. Да. Вот так вот. А мы снимаем все в чистом виде. Сразу. Да. Без монтажа. Да. Ну монтаж будет, я это все склею. И все. Да. Мы просто все склеим. Да. Я немножко живот болит, яйца ударил. Сейчас кулаком ударим. Думаю, пойдем на тот гараж, просто спрыгнем с той коробки. Это даже не гараж, коробочка. Я даже не знаю, что это коробка. Да. Да. А потом пойдем в тот садик. Это садиковый блок. А, мы не тут садик. А? Там. Давай там. Пауза! Ребят, нас прогнали в воспиталке. Мы уходим. Там оттуда. Извини, что мы это не сняли, мы не успели снять. Телефон в кармане был. Да. Лёха достает, и чуть не уронил. Так, наверное. Кинул телефон.
Да, мой телефон. Да, потому что я свой случайно, когда демонстрировала Диме, что я набираю ванну, что я не могу погулять, я его случайно немножко в водичку окунула, и он чуть-чуть поглакивает. Немножко вот там падает телефон. Да молчи. У него телефон вообще в туалет упал. Здравствуйте. Надо здороваться. Да. Может, устроим помощь, поможем какой-то бабушке воду донести? Не знаю. Это вот сейчас популярно. По помощь пенсионерам нужна. Популярность. Да, а что ты хотел? Вот мы уже подходим к садику. Так, мы продолжаем, мы уже возле садика. Покажи забор. Показывай забор. Вот забор. Я чуть не упал! Смотрите, ребята! Ну, подниже покажи, не видно. Капец! Я чуть на это не напоролся. Так, давай, я подержу камеру. Дима опять будет крутить арабки. А я там этот. Кошачья прибишка. О, помнишь, что я тут в детстве... Ну как его в детстве? Просто я еще головой ударился. Пора бежать. Что? Я знаю. Я камень сломал. У тебя что-то выпало? Да? Либо я услышал звук, как что-то выпало. Нет. А ну, Олег, это иди. Да, был кон какой-то. Не, я вот это трудно сделать. А ну, отойди. Я понял. Олег, отойди. Именно не дабл конга, просто как будто... Не, да страшно. Можно зацепиться и упасть. Ага. Ой, и там же люди. Да, там mm-hmm. люди на нас кричат. Mm-hmm. Ну, в принципе, мы тут ничего не ломаем. Кстати, зацените Дима на видео. Он научился везде крутить арабку, и он mm-hmm. везде ее крутит. Вот тут были как раз съемки. Вот это. Я вчера снимал тут. Кто хочет со мной покататься? Да, давай покатаемся. Лох, кто тяжелее? Ты, конечно, тяжелее. Ой-ой-ой, моя попа. Где они? Попа болит. Всё. И я, вот. И болит. Жизнь начинающих парфюристов. Да, жизнь. Лёх, садись. Стой, вот. Пусть Лёха сядет на это место. Ребята. Там, где ты сидел. Лёх, садись. О. Кто тяжелее? Все, ребята, мы катаемся. А кто тяжелее? А ну стой, давай реально. Раз, два, три. Я тяжелее. Сколько ты весишь? Я? Да. Я не знаю, вроде 44. Я где-то 42-43. А теперь, Олег, сколько ты весишь? 57. Да. Подробная информация. Да. На нашем сайте, которого еще нету. Да. Потому что мы не программисты, мы не умеем делать сайты. Я знаю, как сделать сайт. Мы по информатике проходили. Кто не знает, у всех же дистанционное управление. Ой. Обучение. Обучение, да. Все учатся дома и получают одни 4-5. Да. 3. Иногда. Особенно я часто получаю. Потому что там школа такая. Да, потому что он. Да, и потому что он всегда меня зовет гулять. Ну как ему не отказать? Ну я ж сам делаю, да зря потом иду гулять. Ну да. Я не делал. Вчера и сегодня. На тенарик. Он мой друг. Вчера всю ночь делал ДЗ на прошлую неделю. Ну все, я не знаю. Мне уже надоело накачаться, если честно. Встаем, ребята. Мы идем дальше. Кто не знает, я сделал к себе косичку, Олег Ста тоже вот. Да, а я чисто без косички. Чисто Леша. Так, ладно, куда дальше идем? Ребята, напишите в комментариях. Убрать мне косичку или нет? У кого лучше косичка? Да, и у кого лучше еще? У Олега, покажи Олега косичку. Вот такая вот. Либо как у меня, она впереди головы. Так, Дима, тут можно вакурчик. О, давай вакур. Давай. Ребята, не делают вакур. Я не поставил. Понимаю. Заново. Не, заново не будем. Ребят, мы решили пойти на шпиль. Мы идем на шпиль. Мы будем там тренить. Да. И может залезем внутрь. Да. Ладно, ребят, пауза.
Не про коровий понос говорят. Значит, про кабачковую игру. Да, через дорогу. Все, пробежали, Олег. Там так лошок остался. Вон он. Вон он, сейчас приближу. А, не, нельзя на фронталку приближать. Сорян. Ребята, ребята, докажите, что икра кабачковая — это не коровий понос. Потому что они говорят, ну точнее, Олег, оператор. Да и ну! Говорит, я просто что? Так сказал. А ты знаешь, что, как я люблю кабачковую икру? Так это реально коровий понос. Сейчас она для меня как коровий понос. Так я никогда не пробовал коровий понос. Вау. Так, ребят, снимаем камень. Лёха сейчас что-то делать будет. Он бежал. Ребята, на начинающих паркуристах есть туториал на конг. Очень старый туториал. А что ты сделал? Я не вижу. Я подумал, манки. Смотрим и внимательно. Нет, тут маленькое расстояние. Так, что Дима будет делать? Идем. Ты микрофон на, ты микрофон бы загородил. Что здесь можно делать? Где микрофон? Микрофон вот здесь. Прикинь, Олег микрофон загородил. Ну ничего, бывает. Не загораз микрофон. Хорошо. Здрасте. Не знаю, ребята, может быть, мы полезем туда за решетку. Ай! Ты чё? Ты чё? Вот первый неудачный. Я вот эту штуку, да. А, нет, не первый. Дарю тебе ромашку. Вон она. Жалко то, что воды нет. Ага, воды. Жалко, только сейчас не лето. Можно было на сачку поехать. Попрыгать. Влог. О, можно летом снять, если не уедешь. Влог, как мы поедем на сачку. Да. Если будут проблемы с коронавирусом и останусь тут, то тут будут видео со мной. Надеюсь, коронавирус уйдет. Ну, а если я уеду в Украину, то я тоже буду вылаживать на начинающие паркуристы. Да, кстати, это хорошая идея. Типа я буду снимать. Или ты можешь скинуть мне видосик, допустим, 5 минут, и типа я вставлю и свое ставлю. Будет прикольно. Кстати, да. Надеюсь. Что ж. Я не хочу перелазить. Я не знаю, зачем мы пришли, но я не хочу перелазить. Да. Можно? Там меня можно поруферить? Можно, но я не хочу. А ты хочешь? Да. Он хочет. Да. Ой, 5%. Ёб твою мать, ребят. Ребята. Ну что ж, это пауза. Да, ребята. Так, ребята, мы зарядили телефон. Да, и мы идем обратно в этот садик. А мы в этом не были еще. Мы в этом вообще-то были. А, были. Я говорю, да, извините. Нас тут бабки какие-то прогнали. Чего так? С ребенком и бабки. А. Тебе помочь? О. На, Олег. Олег, держи. Снимай. Лёха там. Ребят, фейс делают. Чётко. Где Лёха? Где Лёша? Да ниже ты, что ты снимаешь? Небо, годик. Вот, вот так вот. Вот да, тут Лёша личинка, блядь. Да, ребят, кстати, для вас конкурс. Давайте, если... сколько наберем лайков? Давайте 50. Стоп, а какой конкурс? Ну, Наташа, я тебе говорил. Типа, набирать сколько-то лайков, мы идем. Да подожди. Предлагаем. Да. А, ну давайте соберем где-то, думаю, 16? Давай 16. Наберем 16 лайков. И либо я, либо Леха, либо Олег подойдут к какой-то рандомной девке и предложат ей встречаться. И будут прям ее уговаривать встречаться. Да, это будет типа пранка и... Ой, ай.
Или может у нас что-то завяжется, либо это будет пранк. А как, интересно, будут проводиться, не знаю, выборы, кто будет подходить? Не знаю. Суефа всегда. Как захотим. С базаром. Допустим, если Лёха захочет. А он первый не решится, потом каменные правила. Каменные? Да. Ребята, а кто знает, что такое камень? Ладно, правило? Погнали куда-нибудь. Камень и бумага. Дальше. А то что тут просто сидеть. Ой, боже мой. Погода хорошая. Там Лёша бегает. О, я прям успел. Я предлагаю сходить в магаз. О, да, погнали в магаз. Только такой, неподалёк. В семью. Погнали в семью. Ребята, сейчас будем чекать, есть там кто? Гу-гу! Нет, никого. Привет. А чё, идём в семью? Зачем? Не знаю, Лёша захотел. Просто влог там? Да, влог, типа, как мы зайдём в магаз, и именно снимем прям всё, как мы в магаз идём. Нам ничего не сделать, короче. Ну, я знаю. Ну и чё, бля, скажи, что мы популярные. 57 подписчиков на основном. Да. Ладно, идём в магаз или чё? Или да, идем в магаз. Да, давай, это достаточно пауза. Вот мы идем в магазин, там Леша бежит. Олег, там стоит. Идем в супермаркет семью. Фу. Нормально вообще так. Да, кстати, надо деньги достать. Вон Леша. Вон где-то Олег там идет. Заходим. Нет, дверь. Как какому-то физику. Но я благодарю их за то, что мне не дверь открыли. Ребята, лайфхак. Если кончилась туалетная бумага, можно закупиться салфетками. Да. Играет Dance Monkey. Эти 50 рублей я нашел. Да. Давайте что? Конкурсом 50 рублей. Мизинки берем? Конечно. Нет. А что ты хочешь? Что ты хочешь? Так, выбираем тут. Вон, смотрите, у нас мизинки. Все, нормально все. Стопа, нормально, короче. Ух. Я сейчас убегал. Бач. Жестко бегон. Я дома смотрю. Есть в маске. В маске. Ребят, скидывайте свои фотки в маске. Комменты. Собственно, сказал? Скидывайте свои фотки. Фотки в масках. В комменты можно скидывать фотки. Не знал? Я только что узнал, что в комментах можно скидывать фотки. Это с новым обновлением Ютуба. А когда было обновление? Ну, когда еще каналы многие поблокали. Да мне пофиг, что ты там. Я говорю, что он перданул, блин. В магазине. Ну нет, блин, не слышу. Где же пердал? Ладно, давайте пока паузу, потому что мы тут долго очередь будем стоять. Ребят, мы вышли из магазина. Так, кстати, не понимаю, зачем закрыли детские площадки. О, Олег, Олежка. Стоять! Стрелять буду! Еще не знаю. Селфи. А, давай, мивинку нам. Раздавай, на. Подожди. Ой. Дай подтянусь. Давай. Это я подтянусь. Вот, смотри, вот, ребят, смотри. Мивин. Нету мивин. Где мивин? Нету мивин. Машина. Вы смотрите, я Валера. Ой, дебил, ладно. Я дома покушаю. Я тоже. Может, закончим на этом влог? Ребята, думаю, да, надо заканчивать влог. Давайте наберем 10 лайков и будет продолжение. Давайте так, вы мне пришлете 2 бегланча, я вас...